Я снова вас приветствую в продолжении прохождения игры «Безумный Макс». Итак, ну, мы готовимся к гонке в Гастауне. Мы сейчас у Фритюра в храме. Я бы хотел, наверное, пополнить боезапас, грампуны и все остальное. Хотя я там пособирал чуть-чуть. Но все равно. Ну да, полный бензопак и все остальное. Погнали. Так, давайте сразу телепортнемся и начнем миссию. Говорят, нас ждет в гонках светопредставление. Крикун опять светится, говорят. Он светится? Нет, еще не светится. Ну, лампочки, наверное, все вкрутил. Я готов к гонке. Великолепно! Сегодня гонка! Шоу начинается. Жители Гастауна, жители пустоши, жалкие твари и крутые богачи. Посмотрите, какое сокровище даровано нам с небес. Узрите величественную колесницу вождя. А также свежую, восхитительную приправу к нашему пиру. Дерзкая, сладкая, наложница надежда. И все эти богатства принадлежат только одному. Нашему. Дорогому чемпиону. Помойки! Но, увы, удача чемпиона мимолетна. А жизнь быстротечна. Но сегодня все решится. Ради выгоды и ради нашего увеселения смелый воин бросил вызов чемпиону. Он поклялся отнять у чемпиона корону, машину и наложницу. Встречайте, светлячок! Время пришло. Люди хотят зрелищ и крови. Помойка очень крутой водитель, и его телега больно кусается. Что у нас с оружием? Старый гарпун и куча боеприпасов. И это все. Этого хватит? Должно. Только указывай, куда стрелять, водила. Come on!
Это сенсация! Граждане, помойка повержен! Он повержен и разбит. И на небе воспылала новая звезда. Купайся в золотых лучах славы. Гастаун, ты сам все знаешь. И ты это любишь. Ну так кричи во всю глотку. Начинают двое. Выходит только один. Все вместе. Начинают двое. Выходит один. Начинают двое. Выходит один. Я ничего не имею против тебя. Это не важно, водила. Такие правила. И твои богатства будут моими. Победитель, сокрушитель помойки. Слава новому чемпиону. Нам с тобой суждено быть вместе. Эй, это еще не все, друг. Он снизойдет, чтобы поприветствовать тебя. Что еще за он? Сегодня особый день для Гастауна. Великий приз вручит особый гость, который дорог всем нам. Хоть мы и боимся его до усрачки. Узрите его! Он вернулся к нам с того света. Озарил лучами славы уголки Гастауна. Он, как его отец, победил смерть. Бессмертный олимпиец, наш бог. Ты меня не убьешь. Меня нельзя убить. Прыгайте, сейчас же. Убейте его ради меня, мои апостолы. Столько времени от меня скрывался. Ну давай. Крепкие. Come to me, my God.
Гадство. Фу. То есть лагрить надо на бочке. Как долго я об этом мечтал. Я же приказал тебя убить! Убить! Нам нужно только одно. Вождь. Уходи отсюда. Вот этот поворот у нас тут. Но все равно прикольно. Так, у нас есть чем сражаться? Нет. У нас только... У нас и двухстволку забрали, все забрали, получается. А где моя тачка? Здесь что-нибудь есть? Вдруг? Он где-то здесь? Нет, обратный путь есть. Клиенты. Да, да, тут даже металл есть. Отлично. Не надо. А еще? А, боезапас полон. Тут бесконечно, что ли? Ну, это заточки. Выход. Путь к спасению. Так, сейчас будет битва. Лис высунул нос из норы. Посмотри на меня. Смотри, что ты сделал! Ты забрал мою машину! Твою машину? Нет, мою! Это моя земля! Все здесь мое! Помогите хозяину! Воины, сюда! Смельчаки, помогите хозяину! Все на помощь повелителю! Это все, что ты можешь, абсос? Так, вас что-то тут-то снова много, да? Нормально, нормально. Хороши их. Да возьми ты эту штуку. Я знал, что ты еще жив. Как дикий зверь.
Хватайте его, лорд-член! Я не дам тебе умереть, чемпион. Пока не дам. Ты поправишься, и тогда... Я ничего не могу для тебя сделать. Можешь, мой ребенок. Ты вернешь ее мне. Как только я тебя вылечу. Вставай. Кто здесь? Ну же, ты сильный, ты не сдашься. Это ты? Толстопус органомеханик. Мой чемпион ранен. Это не помойка. Зачем ты притащил какую-то дрянь мне под дверь? Почини его, иначе тебе станет еще хуже, чем ему. Хорошо, хорошо, посади его на стул. Ты должен кое с кем познакомиться. С кем? Кое с кем из прошлого. Я не про тебя, пожиратель собак. Да ладно, Динки-Ди. Мы же все друзья. Мы его друзья. Да, но только он не хочет про это знать. Он боится призраков. Я просто не хочу заводить друзей. Слишком поздно, приятель. Ты не имеешь права прятаться здесь. Ты вернешься, муж, и сделаешь на этот раз все как следует. Не имеешь права бежать потому, что потерял нас. Берешь ли ты, безумный воин дороги, эту наложницу из пустоши, законные жены? Беру. Хорошо ли ты спал, пиявка? Я Короста. А раньше был воином, а стал мешком с кровью. Думал, что стану великим. И умру в бою, но не умер. Ты подвел его, подвел члема. А теперь твоя кровь подпитывает слабых. Моя кровь. Пусть она проест твои вены и спалит твою душу. Эй, это моя плата! Ладно, уходи! Убирайся сейчас же! Где она? Женщина? Наложница? Там, в днище. Она тебе жизнь спасла. И зачем ей такой мешок с дерьмом, как ты? Сваливай отсюда, пиявка. Настоящая пиявка. Миссия пройдена. Бессмертный враг. Да, крутая была миссия. Я выиграл гонку, но член увел приз у меня из-под носа. Придется искать новый способ добраться до вождя. Похоже, мне остается только довериться наложнице Надежде. Вот где начался настоящий сюжет. Так, зарываемся поглубже, получено достижение, да? Вот это настоящий сюжет пошел. Прямо то места поживы. Фух. Гоночка была сложненькая, если честно. Что ж, друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Следующее будет не менее интересное. Там она говорила вроде ребенка, спасти ребенка, с которым она в клетке у брюхореза сидела. Ладно, посмотрим, что будет дальше.
Ну а пока спасибо, что смотрели. Обязательно оцениваем, подписываемся, комментируем и делимся этим видео. Всем счастливо и всем пока.